Добрый день, дорогая и уважаемая Караганда, гости. Я сегодня тоже гость. Я здесь не в первый раз и очень рада видеть новые лица. Я следила, как проходит семинар, какие все люди воодушевленные. Вам понравилось то, о чем рассказывали предыдущие спикеры? Ну, я так заметила, что здесь нет новичков, все люди пришли на бизнес, да? Все хотят зарабатывать деньги. Еще раз представлюсь, меня зовут Виктория Пак, мне 41 год, я стар-мастер в компании Atomy. В моей команде сейчас более 30 тысяч человек с разных стран и городов. Мой заработок сейчас составляет 5 200 000 тенге в месяц, но так было не всегда. Мое послание вам сегодня, что здесь может получиться у каждого человека. Многие партнеры, которые приходят, у них уже есть свои кейсы. Кто-то владеет таким навыком, как ведение Instagram-страницы, кто-то запускает рекламу, да? Кто-то крутой там коуч-тренер, кто-то спикер хороший. Но я могу сказать вам, что здесь получится у каждого, потому что у меня нет высшего образования, я рано вышла замуж. И я не могу похвалиться тем, что я когда-то говорила на сцене. То есть компания Atomy дает вам все эти возможности, потому что в вашей команде появляются те самые люди, навыки которых суммируются. И вы постоянно чему-то учитесь. Учитесь становиться экспертом в продукции, учитесь становиться крутым спикером на сцене. Все это можно, каждый ваш навык можно развить. Это как мышца. Если вы будете чаще говорить, чаще рассказывать, чаще появляться в Инстаграме, в ТикТоке, да, и вы будете светиться, вы будете заявлять о себе, вы будете верить в себя, верить в команду, и всегда вы будете расти и идти только вперед. Почему же все-таки Atomy? То есть это абсолютное качество и абсолютная цена. Это глобальный интернет-магазин, который находится у вас в кармане. Если у вас есть сотовый телефон и у вас есть интернет, то вы можете, независимо от того, где вы находитесь, в каком городе, в какой стране, вы можете строить свой бизнес. Потому что уже более 26 стран, где люди могут зарабатывать деньги. То есть я люблю говорить своей команде, что у любого казаха есть друг, знакомый, родственник, который захотел уехать жить в Турцию, в Канаду, в ту же самую Америку. Поэтому может в вашей команде появиться любой партнер. То есть это бизнес рекомендаций. Вы здесь не как обычно с традиционного бизнеса. У многих сетевиков есть такое в голове, что вот с этими пакетами, да, ты приходишь в любое учреждение, и все уже знают, ой, она пришла. Что-то хочет тебе впихать, втюхать, что-то продать. Но здесь это совсем другое. Чем лучше вы знаете ассортимент про компанию Atomy, чем чаще вы пробуете новинки, чем чаще вы говорите, и именно личный опыт и ваши рекомендации действуют на людей. Действуют как? Как говорил предыдущий спикер, если вы попробовали продукцию сами, если у вас есть результаты, вы рассказываете о продукции и о компании совсем по-другому. Ваше послание именно людям помочь. В чем мне еще нравится компания Atomy? Что здесь, только помогая своим партнерам, пришел к вам новый человек, вы его обучаете. Это как маленькие дети. В структурах очень много мамочек в декрете. И те, кто любит какие-нибудь тусовочки. Люди все разные. И у каждого свой навык, у каждого свой жизненный опыт и свои кейсы, по которым вы все проходите. Но здесь всему можно научиться, потому что все суммируется. То есть каждый навык и опыт можно приобрести. Можно организовать такую структуру, такую команду, что вы можете взлететь и стать империал-мастером. Как говорила Айжан, что можно стать миллионером. То есть кто хочет стать миллионером? Не тинговым, долларовым. О, как классно. Главное мечтать, главное желать. Кто смотрел ролики Пак Хангиля, каким нужно быть человеком? Во-первых, вы должны светиться сами. Вы должны привлекать. Вы должны людей вдохновлять. Вы должны людей мотивировать. Когда вы добиваетесь успеха сами, вы привлекаете таких же успешных людей к себе.
Но каждый раз вы помогаете, потому что люди приходят разные, и люди нуждаются каждый в своем. Кто-то хочет поправить свое здоровье, кто-то хочет поправить свою красоту, внешность. Для кого-то это очень важно. Кому-то нравятся именно все вот эти тусовки, когда все собираются, собираются семинары, академии успеха, фотографии, фотосессии, светиться. Кому-то нужно признание, а кто-то хочет быть богатым. Я увидела очень много рук, так что я так думаю, раз вы здесь сегодня сидите, вы обязательно станете империал-мастерами в будущем. И как сказала Райхан Тулютаевна, что ставьте себе цели ближайшие. Нужно ставить себе большие цели. Вам становится скучно, потому что вы думаете, по чуть-чуть, потом. Это скучно, это замедляет вашу энергию. Это не вдохновляет именно вас. И когда вы ставите себе большие цели, вы ставите себе временные рамки. Как говорится, у страха глаза велики, когда мы чего-то боимся, мы можем от страха даже на дерево залезть, а потом не знать, как оттуда слезть. Поэтому себе ставить нужно такие рамки, которые вот именно по времени. Сделали один шаг, обязательно себе похвалите. Станьте именно экспертом по похвале. Будет у вас хорошо получаться, когда вы начнете именно с себя. Хвалите себя. Пригласили одного партнера, похвалите, вы большой молодец. Потому что у многих людей есть страхи, что о нас подумают, что о нас скажут. Но если вы будете делать фокус не именно на себе, а именно на том, что вы хотите человеку помочь, стать какой-то вот этой, вот тем самым человеком, который когда-то не подумал о себе, а подумал о своем партнере, рассказал о компании Atomy, рассказал о продукции Atomy. И вы стали тем самым человеком, благодаря которому человек поправил здоровье и улучшил уровень своей жизни. Потому что здесь реально исполняются все мечты, все желания людей. Каждый из вас, наверное, любит путешествовать. Благодаря компании Atomy у вас будут такие возможности. То есть вот если я вот до этого озвучила, сколько я зарабатываю, знаете, до 37 лет я не летала на самолете. За вот эти 4 года, пока я работаю в компании Atomy, я посетила больше городов и стран, чем за все 37 лет. Потому что уже расширяются ваши возможности. И чем больше вы начнете здесь зарабатывать, как говорила Райхан, у каждого из вас есть миссия. Каждый человек пришел на этот мир не просто так. Все равно, чем больше вы будете зарабатывать, тем больше вам будет хотеться помогать людям. Помогать материально. Помогать, кто-то захочет подарить эту коробку Химахима. Как это было у меня. То есть, когда я первый раз покупала Химахим, он стоил 42 тысячи тенге. И когда я пришла в компанию Atomy, моя зарплата была, ну, варьировалась от 120, ну, да, до 150 тысяч тенге. На тот момент у меня уже была взрослая дочь. И я думала, как же я куплю Химахим за 42 тысячи, как же мне прожить этот месяц. Но тогда я просто себе поставила цель, что мне нужно зарабатывать столько, чтобы я могла этот Химахим дарить. Сейчас прошло 4 года, и я могу себе позволить подарить этот Химахим. Я могу позволить себе помочь человеку, который только пришел, у кого нет возможности купить этот Химахим. Поэтому ваши мечты воплотятся в реальность, если вы реально хотите чего-то добиться, не просто пригласили партнера и что-то с него поиметь. Тогда у вас ничего не получится. Если у вас будет чистая душа, большое сердце и благие намерения именно помочь людям, тогда у вас все реально будет достижимо. Я благодарна нашему председателю Пакхангилю, что несмотря на то, что он очень много разочаровался в сетевых, он много терял, можно сказать, что он был самым бедным человеком, когда появилась компания Atomy, и что он верил, и что он надеялся, и что создал эту самую компанию, что здесь реально здесь не стыдно за продукт. То есть вы порекомендуете тот самый продукт, который человеку реально поможет, благодаря которому он изменит свою жизнь, благодаря которому он станет путешествовать, дарить хорошие и дорогие подарки, покупать квартиры, машины своей родне. Я бы хотела, чтобы каждый из вас желал и очень сильно хотел стать первым долларовым миллионером в своей семье. Поднимите быстро руки. А, вот кто первый поднял, тот самый первый и станет. Здесь очень важно не упустить момент. Старайтесь сделать так, чтобы вы были первым. Светитесь
и озаряйте все вокруг. То есть будьте все время на позитиве. Не сейте вот этот негатив. Вот эта энергия негатива, когда вы чего-то ждете, когда вы чем-то недовольны, когда у вас есть страхи, блоки, сомнения, со всем нужно справляться. Нужно просто сделать первый шаг. Здесь очень много мужчин, но я хочу обратиться именно к женщинам, потому что женщина — это такое существо, которое может подняться из коленей, даже если она ползет, куда-то идет, да, но она может достичь больших успехов. И постарайтесь это сделать именно с благими намерениями, не кому-то на зло. Я докажу, я это сделаю, а именно помогая людям. И тогда у вас реально все будет получаться. Мужчины, у них развит ум совсем по-другому. И мне нравится, как видят именно маркетинг-план мужчины. То есть это совсем другой вид сетевого. Здесь не нужно, как в обычном традиционном, что-то покупать, что-то закупать. Компания уже за вас все придумала. Абсолютное качество, абсолютная цена. Глобальный интернет-магазин. Человек может жить в другой стране и не звонить вам и не говорить, что я хочу купить там пенку. Он просто заходит на свой сайт, делает покупку, и это все идет в ваш групповой товарооборот. Поэтому это огромные возможности. И хочу сказать, что вы большие счастливчики. Потому что мы находимся у порога, можно сказать, что только-только все начинается. И у нас сейчас есть возможность покупать продукцию с Кореи, да? Кто уже пробовал делать покупки с IT-Gmall? Вот, молодцы. Старайтесь все пробовать. То есть вы становитесь лидером своей команды, если вы пробуете сами. Находите вопросы, ответы на все вопросы. Если вы компетентны, если вы экспертны, и вы достигаете результата, и тогда в вашей команде будут именно расти такие лидеры. Я каждому из вас желаю, чтобы вы хорошо изучили маркетинг-план, хорошо узнали о продукции, станьте экспертами, станьте компетентными людьми, вдохновляйте, светитесь, восхищайтесь сами собой, потому что, когда мы наполняем энергией из себя сами, то мы излучаем совсем намного больше, потому что мы все хотим с вами давать. Вселенная так работает, что все работает win-win, должно быть выигрыш-выигрыш. Чем больше вы даете человеку, чем больше вы получаете. Поэтому я всем вам желаю счастья, удачи, здоровья, процветания. Ставьте себе большие цели, достигайте, становитесь первыми миллионерами, долларовыми и известными в вашей семье. Так что всем вперед!